Как раз докушаешь, что утром не докушал. Подкушаешь. А мама еще тебе творожка купила, сейчас принесет. Может быть, а может и не принесет. Творожочек подкушать. Буська опять прибежала мешаться, да? Он вообще как к себе домой заходит сюда, Гошка. Пусть заходит. Пусть гуляет, он нормальный пацан. Нормальный пацан, не надо его обижать. Кто там? Гошенька, привет. Мамулька родная. А что это, творожок, да, вот этот? Ну, творожок хорошо кушает. Это белочек ему надо. С тыквой да в прикуску. На, Гошенька. На, Гошенька. Да ты набери, а он сам потянется, когда надо. Не надо сувать ему эту ложку. Давай сюда положу. Ну, положи, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Мы все не спеша потихоньку покушаем. Ну, он за тыкву схватился, любит тыкву и все. Скажи, Гош, на улице собаки, в доме кошки, да? А что, а куда деваться? Буська, он как к себе домой прибегает, тут аж наверх, он туда залазит наверх и лежит. А Гошка волнуется тут. Он его дразнит сверху, а Гошка достать не может. Нормально они тут дружат. Гошка, у тебя ушки как у чертенка какие-то такие, торчат вверх. Я все время, когда постою возле него, когда он кушает, и сам потом бегу кушать. Я не любитель вот это столовничать. Но вот как появился Гошка, он так аппетитно кушает. И посмотришь, как он кушает, и сам бежишь кушать. Творожок нашел, кушает. Чё ж не найти? Ну вот это уже и обед, Гош, будет. Тогда уже поужинаем потом. И все. Обед получился такой... Как завтрак у тебя, это ты не доел с завтрака, только мама тебе творожок еще добавила. Бусь, заходи. Буська, заходи. Не бойся. Гошка тебя уже не тронет. Это вот котенок, я не знаю, вообще ничего не по ним не боится, не. Ну, они у меня приучены все ничего не боятся. Почему он должен бояться? По всей видимости, это обезьяна-то больше его. Он должен его по природе бояться. Не-а, не боится.
в любимую позу. Руку на коленку, на коленку и сидим. Чисто парняги на картах, на углу. Да, Гошан? Может, ты не будешь мне руки кусать? Сейчас пожалуюсь Гошке, он тебе даст по ушам. Офигеть, Гошаня, они аж торчат с этих мешков. Такие большие-то зачем засунул? Надо было хотя бы еще погрызть помельче. Куда ты такие палки засовываешь, дрыны в мешок? С ума сошел? Помельче, помельче. Помельче, если будешь складать их туда, больше поместится. А ты там палка на палку наложил. Мало помещается теперь. Ты ж большенький уже, должен соображать. Буська, постоянно лезешь. Поза любимая его. Руку левую положит на коленку. Локоть покладет на коленку и сидит, делаш. Вот уже не раз и не два я обращал внимание на это. Даже на видео есть, как он так делает. Залюбил диванчик, привыкал он к нему ровно 2 дня. Вот, сперва он стеснялся на него ложиться. В основном он на него ложился, когда я выходил с вольера и уходил. Вот тогда он на него ложился. Как только я приходил к нему, он сразу же убегал с него на полку. Ну, я понял, что он стесняется, не стал его напрягать, не стал его упрашивать. Говорю, когда захочешь, тогда и ляжешь, короче. Не маленький. И все, с утра выхожу, он на нем развалился, лежит. Ноль эмоций на меня, я говорю, здорово. Поздоровались и разбежались. Диванчик мама подарила. Спасибо, мамулечка, тебе за диванчик. В мягкую пока не ложится. Вот лежала тут мягкая штука, вот это, не хочет он мне в этот пуфик. Ну, не все сразу, я так понял. Сейчас тогда в эту ночь занесем и мягенькую. Может, он и ее облюбует. По настроению. Оставлять выбор надо всегда, чтобы выбор был всегда. Если нет выбора, то его нет. Спи на чем есть и все. Да, Гошуха? Когда есть на чем выбрать, может, мы захотим в том уголочке поспать. Мало ли там. Уже разнообразие, уже жизнь удалась.
Вот он и лучок в ход пошел, заяц. Ты в последнюю очередь лук нашел, взял. Творожок чуть-чуть упал, да, зайка? Немножко осталось. Я тебе сейчас водички дам. Что-то мама воду не дала нам, да? На. Будешь водичку пить? Пей. Осторожно только, осторожно. Ровненько ставь, только чтоб не перевернулась. Давай, папе. Давай. Дашь, папе? Я возьму просто бутылку, возьму и поставлю, чтоб ты не перевернул. Давай. Вот здесь будет стоять, захочешь, возьмешь. Смотри на пенечки. Там Буська буянит, да? Гашуха, на тебя можно смотреть вот вечно. Ну, не знаю. Вот, вот просто постоянно. Я не могу и 3 минут удержаться, чтобы к тебе не прийти. Только вроде тебя сюда посажу, чтобы ты отдохнул от меня. Бегаю, 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 что-то делаю. Опять к нему прибегаю. Ну, он меня принимает всегда хорошо, всегда радуется, что я прихожу. А сегодня это на улице холодно, и нам приходится в основном сидеть дома. Вот. Поэтому так. На этом не хочет, ребят, он что-то сидеть на гамаке, как не спать, не лежать, ну, убегает с него сразу. Я не стал его напрягать с этим гамаком, он его повесил. Не знаю, лето настанет, где-то летом, весной, летом прицепим его на улице и будем пробовать на улице. Бог даст, Маруська приедет к нам, тогда это, Маруська... Может, Маруське понравится на нем кататься. Она девчина помоложе будет. А этот, может, глядя на нее, и тоже будет с ней. В общем, это так будет интересное. И интересный дуэт будет. Лучок, лучок. Он успокоился до такой степени, что даже и кушать не спеша стал. Раньше запихивал со скоростью света. Я не успевал даже камеру в руки взять. Он бах и все съел. А сейчас он сидит 15 минут. Кушает. Яблочко.
Бананы не любит. Вот бананы сколько пытался дать. Ну, вообще ноль. Первый раз, когда он приехал в этой клетке, сидел, думаю, что первым делом банан побежал. Я купил, думаю, обезьяны же бананы должны кушать. Купил банан, засовываю банан туда, в эту клеточку, а он в конец клетки от этого банана убегает, ну, отбегает, прижимается к стенке и скалится, щерится. Думаю, я не понял, почему это обезьяна банана забоялась. В общем, не стал он его кушать, не стал он его брать. Какая-то нехорошая история его связывает с бананом, может, или что. Ну, в общем, банан, он даже не прикасается к ним. Ладно, друзья, он там понапихал в мешок, оставим его в покое, пусть сидит, выковыривает. Передаем вам пламенный привет. Не забывайте подписываться на канал. Дальше больше. Приедет Маруся. Вообще контентище закатим с вами. В общем, мы вас любим, ценим. Пока-пока.